Добрый день. Наши попугайчики маленькие растут не по дням, а по часам. Мама сидит на яйцах 21 день в среднем. Вот. А вылетают они из гнезда, ну, где-то на 23-26 день. Вот. И мы уже видим, что у нас будет два зелененьких и один желтенький. И в этот раз все девицы. В общем, три сестренки получилось у нас. Отличить самца от самочки у природных зеленых попугайчиков и у желтой морфы очень легко. У самочек нету красных перьев на крыльях, так называемых красных погончиков, а у самцов, соответственно, есть. Вот. Еще у зеленой формы, вот у природной формы, у девочек широкая белая полоса снизу крыльев, то есть на внутренней стороне крыла. Вот это тоже признак того, что это девочка. Даже вот у маленьких наших девочек очень хорошо видно эта широкая белая полосочка. Вот так что мы уже определили, что ну, у нас совершенно точно три девчонки. И вот для сравнения, наш папа, вот на крылышках видно, что у него красные перья, они называются красными погончиками. И вот две наши малышки вылетели из гнезда. Самая последняя, которая на 3 дня позже вылупилась, она еще в гнезде сидит. Вот. А эти две учатся уже быть самостоятельными, учатся сами питаться. Вот. Ну, конечно, родители их кормят, и папа, и мама. И рекомендуют их отсаживать от родителей окончательно дней через 10 после вылета из гнезда. Как тебя называть? Если мы знаем, что ты девочка, давай тебя назовем Алиса. Хорошо. Алисочка моя маленькая девочка. Алиса, вот моя маленькая девочка хорошая. Алисенька, Алиса. Все, наша игра сюда. Тебя папа кормит? Это не тебя папа ободрал, малышку маленький. Крылышки. Мам, у нас привязали, да? Это зеленая девочка. Даже две. А какие считаются более редкими, мама? Желтенькие. А почему? Чем они Ну, такие? потому что в природе зеленые встречаются, а желтые выведены искусственно человеком. То есть обычно в природе не желтые? Ну, то Да, в есть, природе наверное, зелененькие. только зеленые? А где они вообще живут? В Австралии. А если мы туда их поедем?